круто. Все, и теперь... Так, сюда. Пошли уже, посмотрим, как же... А! Да, лучше биту взять. Не огнетушитель, биту. Давай, Алена, посмотри, пожалуйста, туда. Сейчас. Нет, да, посмотри. Ой, свечки? Что? Катюха! Хулия! Почему я ее Катюхой называю? Осаваля, щиколоби! Я тебя заколдую, малыш. Так-так-так, это ты называешь нас малышами? Мы не малыш, поэтому хап, хап. Раз баткун, хап, два баткун, хап, три баткун, хап, четыре, хап. Пять баткун. Что сейчас произошло? Сейчас что произошло? А, да, вот, ничего. Вот, вот, свечки, вот свечки, вот свечки. Вот дом весь расстрелян. Вот картина вообще. Да, а она еще спрашивает, что произошло. Хулия ты, хулия. А, подожди, мы ребенка забыли. Алена, как всегда, выроняет ребенка. Так, о, давай поиграем. Ты хочешь поиграть с нами? Давай. Я тебя, в принципе, уже привыкла. А меня не удивляет, потому что ты там уже с баткунами дружишь. О, у меня наушники, а почему... О, да, она геймер. А почему у меня наушников нет? Да. Ой. Блин, что здесь произошло? Конец. Это то есть ее мама пришла? То есть? Боже. Все? Что здесь происходит, твоя мать? Еноты превратили мою дочь в дьявола. Охренеть. Все, ты спасена, ты спасена. Все, отлично, да? Все, биту можно положить. Я спас ее, ахайо. А поиграть в игры с своим, своим бэбиком, бэби Лириусом. Бэби Лириус. Ладно, давайте. Давайте поиграем. Вот сюда садись. И смотри на меня, как я геймер. Как я геймлю. Кто-то пришел? Это твоя мама? What the hell is this mess? Окей, она вообще недовольна, походу. Финн. Это типа... Где ритуал? Какой ритуал? Хватит там ритуал! Не на! Да кто, какого хрена? Вы что, охренели, что ли? Понаставили свечек? Опять пожар сейчас будет! Свечки, это опасно. Так, ты, маленькое говно. А ну-ка, давай и прекращай. Как я должен, что я должен делать? Ударить баткуна, да? А, то есть я должен вот их всех замудохать, и они тогда оставят ребенка в покое, да? А можно ударить ребенка? Надеюсь, нельзя. Так, все, баткунов нет. Поиграй в игры с Бабилириусом. Ля-ля-ля-ля-ля, в какие игры с тобой играть, скажи? В какие игры? Какие нахрен с ней игры могут быть, я не понимаю. Почему, кстати, у меня нет отражения? У Бабилириуса он отражается, а я не отражаюсь. Я что, лох, что ли, какой-то? Где мои отражения? Ну ладно, давайте попробуем играть в игры с Бабилириусом в разрушенном доме. Куча свечек, замечательно. Мамка будет очень с интересом выслушивать, какого хера тут происходило, да? Вот сюда вот, да? Или что, я не понимаю. Отпразднуй свою охренительную победу по игре. Какие игры? Я не понимаю, во что играть-то? Типа вот так? Ля-ля-ля. Ля-ля. Ой, извини. Так играть или как? Press F1 for help. Возможно мне... Ой, извини, Бабилириус. Во что мы тут с тобой играть будем, скажи мне? В биту, что ли? Пикап бейсбол бэт. Пикап Бабилириус? Я не понимаю, честно. Я не то, чтобы я даже пытался особо Бабилириуса ударить битой, но... Но я пытался, да, Бабилириуса ударить битой, у меня даже не получилось. Так, ну вот это весело. Это ж весело, да? Мы же этим должны заниматься. Или чем? Так. Ну давайте подумаем. Телефон. Телевизор. Вроде бы использовать чего-то нельзя, то есть можно просто, по-видимому, заниматься вот такой вот хренью, да? Я что-то не знаю. Ну давай, ладно, хорошо, подождите. Вот здесь вот у нас что-то есть, вот свечки тут, да? У нас тут свечки. Ну какая может быть игра? Ну может быть игра, кинь Бабилириуса на диван, вот. Шикарная игра, я считаю. Нравится? По-моему, отлично. Что еще? Что ты хочешь от меня? Что тебе надо вообще? Кинь нахрен игры, у вас нет ни черта в доме интересного, кроме компьютерных игр. Вот компьютерные игры мы можем поиграть. Давай вот, садись. А, вот так типа. А, ясно. Тогда ясно. Итак, играем в Baby in Yellow. Интересно, да? Ой, мамка пришла. Нам жопа! What the hell is this
Какого хрена здесь творится? Конец. Ну, я должен сказать, что я помню прошлую концовку. В прошлой концовке нас Baby in Yellow затащил в ад. В этой концовке все еще хуже. Нас затащит в ад мамаша этого несчастного ребенка и несчастного теперь так, уже я иду, меня. Я иду. Хана им сейчас будет. Отлично. Второй, четвертый, пятый, десятый. Так, все, девочка. Девочка. Ты что наделала, дебилка? Ты видишь, что я из-за тебя... Валяйся тут, Тамара Игоревна. Ты просто ненормальная, неадекватная. Просто ненормальная. Отправляйся в мусорное ведро. Отправляйся туда, пожалуйста. Все, оставайся там. Ага. До свидания. Еще бы я в эту игру раз поиграю. Я тебя как бы это самое посадила в духовку. Ничего не? А? Не, ну нормально. Что ты хочешь? В Майнкрафт играть? Таким, как ты, сложно будет в Майнкрафт играть. Ладно, окей. Сажусь. Ой, ой, ток. Не надо, ток. Ой, там идет кто-то, там кто-то пришел, смотри мне, только посмей! Да хватит уже орать-то. Ритуал-то. А, ритуал! А! Нет! Доча, на, это твое! Твой медведь же! Матерь Божья, бери срочно биту, твою мать, бери биту! Еноты захватят планету, потом захватят твою женщину, потом твоих детей, я не знаю, что происходит. Быстрее! Пошли вон! Кровожадные какие, все! Поиграй в игрушки с дочерью. Да, она тут уже явно наигралась. Я думаю, ей впечатлений-то на день-то хватило. Вот, видеоигры, нет? Поиграй, говорит, play games. Какие игры? Есть какие-то игры для ребенка? Дочь, а чем поиграть? Тобой, что ли, поиграть? Ну, это, наверное, не очень хорошая идея. Я уже енотами поиграла. Мне бы, может, какую-то... А-а-а, все, ребенка посадись рядом с собой, чтобы она смотрела, как папка нажимает ловко на клавиши. Все понятно. Ой, прости, да что ж я делаю? Ты плохой отец. Все, давай мы немного отдохнем, да? Мать пришла! Мать пришла! Мы спасены! Что тут произошло? Пришла жена, и все, и нам капец, дочь. Повеселились. Зато хорошо, что дочь маленькая и никому не расскажет о том, что здесь произошло. Короче, очень странная модификация на Baby in Yellow. А сделана для кого? О, типично детский утренник. Так, все, слышите? Собирайся домой, я кому говорю. Я тебе говорил больше с ними не общаться? Давайте по домам, расходимся все. Вон. Счастливая такая. Поиграйте в игры с ребенком. С этой сатанюгой я буду только в одну игру играть. Кексики и повары, и угадайте, кто есть кто. О, твои приперлись, наконец-то. Дьявол, ты здесь шумишь? Это к тебе вопросы, кстати. Опа, я вас спрятал сюда. Постанови ритуал, какой... А, ладно. Как я остановлю ритуал? Получайте! У тебя не все дома. У тебя родители уехали. О. Порадуйтесь своей победе. Поиграйте с ребенком. Уи! А как играть с тобой? Давай играть. Мы играем. Вот моя любимая игра под названием «Скатимся с лестницы». Классная игра. Уи! Ну, блин. Уи! Так, ладно, давай я тебя, короче говоря, куда-нибудь верну. Ты хочешь... А, подожди, играть в игры. Это ты тут хочешь? Опа! О, поехали. Чё-то мне кажется, она сейчас на меня сзади нападет. А зачем ты наушники одел? А? Что за херня здесь происходила?
Ах ты ублюдочная маленькая милая девочка! Она меня подставила, понял? Она меня подставила и заставила, короче говоря, меня страдать от того, что мать потом пришла. Прикинь, если у нее дочь такая долбанутая, то какая же у нее мать? Я забыл, кстати, это убрать. Ладно, потом сорву. Ладно.